летняя практика в компании Daytart организована в виде цикла семинаров, практикумов и тренингов, на которых студенты получают необходимые теоретические сведения, отрабатывают с руководителями наиболее показательные практические примеры и получают задания для самостоятельной работы, которые они могут отработать либо на кафедре, либо у себя дома. Я вам скажу честно, это прикольно. Очень хорошие студенты, очень хорошие ребята. У них в глазах есть желание учиться, у них есть интерес. У них есть что-то, чего, мне кажется, давно не было у студентов других поколений. Они хотят, по ним это видно. Потому что я не знаю, как у других лекторов, а у меня на лекции я чувствовала очень большую отдачу и видела заинтересованность ребят в этом всем. То, чего хотелось ожидать реально, то есть это не сидеть в деканате, перебирать бумажки, это 100%. Было здорово, мне интересно. Мы дуже класно провели час, а практика була прекрасна. Люди, яким дуже подобається IT, зацікавили нас займатися цим ще більше. С точки зрения спикера, мне, в принципе, все понравилось. Ребята умные, способные, мотивированные и так, заряженные энтузиазмом. Вот, то есть молодцы. Мне кажется, что здесь очень круто, и у меня появилось желание работать в этой компании. Я не знаю, как сложится это или нет, но очень надеюсь. Хочется также отдельно сказать спасибо всем преподавателям Daytart. Было очень здорово, было очень интересно, было очень увлекательно. Спасибо. Надеюсь, это наша не последняя встреча. Спасибо, что пришли на практику. Ждем вас еще. Успехов вам в вашей карьере. Становитесь тем, кем вы хотите, и получайте от этого удовольствие. Thank you.